закрываются. Следующая остановка – улица Олега Дудича. Уважаемые пассажиры, маршрут обслуживает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Трамвай следует по маршруту номер 49 до конечной остановки улица Ларата. Двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Дунайская». Двери закрываются. Следующая остановка – Дунайский проспект. Закрываются. Следующая остановка. Улица Дом 17. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне трамвая. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте кондуктору или водителю. Thank you.
осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Димитрова. Двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Проспект Славы». Уважаемые пассажиры, с 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге. С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метро в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка. Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Подробная информация на сайте администрации Санкт-Петербурга, организатора перевозок и петербургского метрополитена. Двери закрываются. Следующая остановка – проспект Славы.
серьезно, двери закрываются. Следующая остановка – универсам. У вас, пассажиры, не забывайте уступать места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Закрываются. Следующая остановка. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Турбо. Следующая остановка – станция метро. Уважаемые пассажиры, при обнаружении подозрительных предметов и лиц сообщите кондуктору или водителю. Двери закрываются. Следующая остановка – магазин «Гранат». Уважаемые пассажиры, с 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербург. Thank you.
закрываются. Следующая остановка – Университет профсоюзов. Двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Бухарестская. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне трамвая. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте кондуктору или водителю. Двери закрываются. Следующая остановка – Университет.
называется. Следующая остановка Купорезская улица, дом 6. Двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро Волковская. Уважаемые граждане, уступать места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Двери закрываются. Следующая остановка – церковь Святого Иова. Уважаемые пассажиры, с 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге. С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метро, в автоматах или кассе. Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Подробная информация на сайте администрации Санкт-Петербурга, организатора перевозок и петербургского метрополитена.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Днепропетровская улица. Следующая остановка – Тамбовская улица. Уважаемые пассажиры, при обнаружении подозрительных предметов и лиц сообщите кондуктору или водителю. Следующая остановка. The next stop is Лиговский проспект. Следующая остановка. The next stop is Курская Street.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Обводный канал». The next stop is «Обводный канал» Metro Station. Уважаемые пассажиры, не забывайте уступать места пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Следующая остановка – станция метро Лиговский. The next stop is Лиговский проспект, Metro Station. Уважаемые пассажиры, с 1 июня восстанавливается и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге. С 20 по 31 декабря 2020 года. Подробная информация – на сайте администрации Санкт-Петербурга, организатора перевозок и петербургского метрополитена. Закрываются. Следующая остановка – Кузнечный переулок. The next stop is Кузнечный лейн.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Марата. Конечная. Спасибо.